лежит и не говорит, дочь о состоянии Терехова. Актриса Анна Терехова заявила, что ее мать, исполнительница роли Миледи, Винтер Маргарита Терехов, не может говорить, но до сих пор улыбается и проявляет нежность к родным. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику». Сейчас мама очень изменилась, болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит, рассказала актриса. По ее словам, при этом глаза матери остались прежними, такими же добрыми, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом, она меня гладит по волосам. И я снова, как в детстве, чувствую ее нежность, отметила Анна Терехова. Также актриса рассказала в интервью, что ее матери не повезло найти своего мужчину. Она тяжело переживала свое одиночество. Хотя мы, дети, всегда были и остаемся рядом. Но ей, конечно, не хватало любви и мужчины, подчеркнула дочь артистки. Ранее дети 76-летней актрисы рассказали в программе «Эксклюзив» о ее жизни с болезнью Альцгеймера. Также в рамках программы был объявлен сбор средств для помощи Тереховой. Собранные средства пойдут на лекарства, еду, лечение и зарплату сиделкам. Маргарита Терехова не снимается и не играет в театре с 2005 года. Ее дочь рассказывала, что она не осознает происходящего вокруг и превратилась в маленькую девочку, которой необходим уход и забота.